Семья Курбановых всю жизнь мечтала поехать в хадж. Никак не удавалось собрать нужную сумму. В этом году получилось. Сдали документы, однако пандемия разрушила планы и перекрыла путь на святые земли. Очень сильную боль, Говорить-то об этом как-то без боли в душе невозможно. Просто первое желание было туда, откуда угодно, из самолета, из автобуса выйти, там припасть землю, поцеловать там, где, как говорится, ступала нога нашего Хабиба Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям. Курбановы твердо решили, если здоровье позволит, то осуществят мечту в следующем году. Компания «Марватур», куда они подавали документы и оплачивали за путевку, предложила им два варианта. Вернуть им полностью деньги сейчас или забронировать место на следующий год. Если что-нибудь такое чрезвычайно не случится, там не забираем деньги, ни в коем случае. Ну, от того, что мы эти деньги взяли бы себе дома, держали бы от этого чушь, что мы выиграли? Ничего не выиграли. Пришлось бы, вот весной следующего года, весной пришлось бы там по 30 тысяч минимум еще выложить. Там представьте себе, 60 тысяч уже получается. Это для нас, простых людей, это хорошие деньги получаются. В «Марватуре» объяснили выгоду от такого выбора. Те, кто автоматически забронировал места на следующий год, сохранят и цену на билеты по тому курсу доллара, которая была на момент их первоначальной покупки. То есть в любом случае паломник здесь не проигрывает. В случае повышения курса за ним сохранен будет более низкий курс. В случае понижения курса он имеет право произвести возврат всех тех средств, которые он уже оплачивал, и произвести по новой, по актуальной цене на тот момент оплату. Забронировав место на следующий год, останется только доплатить налог, который установила Саудовская Аравия. Он составит от 100 до 200 долларов в зависимости от программы. Возможное повышение цен, которое может произойти в конце этого года из-за мер со стороны Саудии, на это не повлияет. Ну, приблизительно в средний расчет это около 20 тысяч рублей экономит паломник при сохранении своей брони на следующий год. Это существенная экономия, особенно для тех, кто так же, как и семья Курбановых, не в силах позволить себе большие расходы. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.